Партнер рубрики «Фото-видео-студия Шарм». Свадебная фото-журналистика, студийная фотосъемка. Нестандартные идеи для вашей свадьбы. Съемка предсвадебных фотосессий «Love Story». Сегодня поговорим о восстановлении фотографий. Поможет нам Анна Васильева, дизайнер фотостудии «Шарм». 3 года назад к дизайнерскому ремеслу ее пристрастил преподаватель в институте. С тех пор для Анны фотодизайн – любимая работа. Вы себя считаете усидчивым человеком? Считаю. Вам это нравится? Да, начинается. Со временем отпечатанная фотография портится, цвета уже не те, бумага приходит в негодность. К тому же любимое фото может стать жертвой детей, животных, пожара или наводнения. Но нет такого снимка, который станет преградой для усидчивого дизайнера. Самый сложный случай – это групповая фотография пединститута, наверное, самых начальных выпусков. Около 30 человек, фотография была порвана, ее нужно было склеить, значит, оцифровать. Убрать все стыки, поработать над каждым лицом. Ну, результат получился достаточно хороший. Реставрация может занять от 15 минут до 2 месяцев. Разберем процедуру поэтапно. Сначала фото сканируют, затем настраивают яркость и контрастность с помощью гистограммы. Далее самая кропотливая часть работы – удаление царапин и корректировка повреждений. Также изображение можно подрисовать, если это, конечно, необходимо. Напоследок дизайнер улучшает четкость изображения и цвет. Результат, как говорится, налицо. Просьбой восстановить любимое фото в студию чаще всего обращаются люди в возрасте, ну и, конечно, те, кому не безразлично, в каком состоянии находится их семейный фотоархив. Кстати, хороший повод прямо сейчас перелистать старые фотоальбомы. Партнер рубрики «Фото-видео-студия Шарм». Свадебная фото-журналистика, студийная фотосъемка. Нестандартные идеи для вашей свадьбы. Съемка предсвадебных фотосессий «Love Story».